Друзья, всех вас приветствую, с вами, как всегда, Антон, и сейчас у меня прям добрейшее утро, потому что я сейчас вместе с вами буду заценивать новый ролик про геймплей в боксе. Но перед тем, как мы начнем его просматривать, хочу напомнить то, что у нас с Денисом теперь есть телеграм-канал, в котором мы комментируем настоящие поединки. Если вам интересно, то переходите по ссылочке в описании, и также вы там можете найти бота, в котором мы продаем гайды по UFC 4. Ну что, сейчас я просто поставлю вам ролик, как обычно я это делаю, потому что кто за мной давно следит, тот знает, что я ни хрена не знаю английского языка. Я поставлю вам с субтитрами и надеюсь, что субтитры будут понятны, потому что я еще сам не смотрел. Я хочу тоже вот посидеть и как будто вместе с вами глянуть впервые. Поэтому запускаю все ссылочки на этот YouTube-канал и на группу по боксу оставляю в описании, поэтому если вы заинтересованы, игрушка выходит на ПК, в первую очередь на ПК. Поэтому если у вас есть компьютер и вы ждали какой-то симулятор, да, то это для вас, друзья, подписывайтесь и будьте в курсе. Нажимаю. Coming later in 2021, eSports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. The greatest of all time. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. The first women's division ever represented in a video game. And the hottest new talent. But what about the game? Let's take a closer look at the next-gen visuals and gameplay that are set to make ESBC the greatest of all time. It's good. It's definitely one for the grandkids and stuff to say, look, your old granddad was in a game and busting people up. So aye, it's going to be quite cool. So the movement system in ESBC is all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system doesn't just rely on animation. This allows us to recreate realistic knockdowns. Even when a fighter's unsteady on their feet, it's not purely animation based. Now we've had professional boxers, professional coaches come into the studio and provide input through motion capture, and actually reviewing the game during its development. And now we really feel like we've created a true representation of the sport. Presentation is important to us. Just because we are an indie studio, we're still going to aim high when it comes to production values. eSports Boxing Club, coming to PC and all major consoles with early access in 2021. Друзья, только что мы просмотрели ролик, и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом, потому что в любом случае вам что-то понравилось, а что-то вас взбесило. Будет очень интересно почитать, особенно людей, которые занимаются боксом. Там показан был геймплей, сейчас мы еще раз его просмотрим, и я попытаюсь прокомментировать со своей, так скажем, диванной точки зрения, но ребята, которые занимаются боксом, похожи ли эти движения на реальные движения в жизни, то есть и так далее. Напишите, очень интересно, друзья, честно вам скажу. Все прочитаю, все пролайкаю. Я, как обычно, на эмоциях, потому что я жду, я хочу что-то новое, я хочу нового кислорода на свой канал, и также я реально заряжен, потому что 100% будут какие-то фееричные эмоции, когда я буду проходить карьеру, когда я буду учиться в эту игру играть. А сейчас я скажу то, что мне понравилось. В первую очередь, я не ожидал, что будет такой ростер. Более 200 бойцов добавили, и 100% будут еще добавлять. Я точно, да, знаю таких бойцов, как Мухаммед Али, как Канело Альварес и Ломаченко. То есть эти ребята уже есть в этой игре, и уже ради этого стоит просто поиграть в нее, потому что... Ну блин, пацаны, что мне здесь еще сказать? И давайте мы перейдем к геймплею. Вот начинаем вот отсюда. Начинаем вот отсюда. Графика. Да, сейчас вы видите запись. Просто я скачал ролик, он там 720. Но графика, друзья, она реально классная. Движения, они плавные. Бойцы ходят как настоящие. То есть нет такого, как в UFC, да, как вот эти вот фехтовальщики. Просто как будто плывут. То есть иногда даже ногу не доставляют. Здесь все круто. То есть вот эти удары. Мне понравился момент с жебом. То есть даже вот с прямыми. Да, удары не летят по одной траектории. Они постоянно
летят в разных направлениях. Вот видите, как он его джебит, гляньте. То есть, посмотрите, как кулак постоянно меняет свое направление, как в реальной жизни. Ты не можешь по идеальной траектории, постоянно в движении, находясь в бою, когда ты думаешь, да, о защите, о нападении и так далее, еще правильно наносить джеб. То есть, это очень круто. Посмотрите, как он замахнулся. То есть, ну, мне кажется, что... Блин, я не знаю, мне кажется, вот эта графика меня поражает, под, как это все выглядит сблизи, мы увидели сечки, вот эти контратаки, для меня это все красиво, я считаю, что это, наверное, просто пупер, мега-супер играбельно будет, потому что, ну, ребята не торопятся, ребята пытаются выпустить бета-версию, потому что мы готовимся к бете-версии на компьютер, они пытаются сделать так, чтобы не было... недовольных людей, потому что многие, знаете, могут запустить бетку и сказать: ой, я в это играть не буду, это полное говно. Поэтому они не торопятся и правильно делают, потому что продукт должен быть заточен в самом начале хорошо. Они, знаете, как UFC-шники: нате, жрите, покупайте, у нас, да, не хватает Мерседесов, Бентли, а потом мы будем ее допиливать. Здесь ребята пытаются даже бетку сделать хорошо, а потом уже, так скажем, выпустят полный релиз, или как это там правильно говорится, не знаю, я, короче, как обычно... заряжен, тут вообще сижу, и я забыл, что сейчас можно будет посмотреть. Я сегодня утром встал и смотрю ролик геймплея. Чё, говорю? И сразу полетел. Кашка зарядился. Менюшка, то есть уже все у них готово. Блин, так говорю, то готово. Менюшку создать 20 секунд, блин. Короче, друзья, я не знаю. Я жду. У меня, понимаете, в голове много чего сразу происходит. Это просмотры, это кайф от этих комментариев, когда люди болеют за тебя в карьере. То есть вот это воспоминание, да, когда ты стартуешь новую игру. Это прям мандраж, мурашки по коже. Это, я не знаю, ну как наркотик какой-то. И поэтому для меня вот это вот, это взрыв. Взрыв, это атомная бомба, которая взлетит на канал. И я очень рад, что люди, у которых не будет приставки, они могут поиграть на компе. Друзья, я вас поздравляю. В скором времени выйдет феноменальный бокс, который поразит 100% всех. На этом этот ролик подошел к концу. Напишите, пацаны, кто дерется в реальной жизни, похоже ли это на реальный поединок. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.